Такого праздника работники Шымкентпива не припомнят. За последние два десятка лет для сотрудников на предприятии ничего подобного никогда не устраивалось. А сегодня семьям работников пивзавода гостеприимно распахнула двери одна из лучших зон отдыха. Музыка, веселье, детские и взрослые бассейны с прозрачной водой. Веселые аниматоры и даже накрытые для угощения столы создавали праздничное настроение у всех присутствующих. Я пришла сюда с мамой и с подругой, и собираемся мы тут отдыхать до вечера. Нравится? Очень нравится, тут классно. Работает супруг. Ну, мы первый раз, если честно, но очень хорошо, приятно. Ну, у меня папа работает на пивзаводе, и поэтому мы здесь пришли сюда с семьей отдыхать. Отдых классный, веселый. Детям главное нравится. Празднование Дня семьи на Шымкентпиве стало возможным после проведения на предприятии оптимизации. Бывшее руководство Шымкентского пивзавода накопило сотни миллионные долги перед бюджетом, перед поставщиками и партнерами. В течение многих месяцев не выплачивалась заработная плата работникам. После смены руководства на заводе были сокращены непрофильные структуры, которые не были связаны с процессом производства основной продукции предприятия. Внесены изменения в штатное расписание завода, что позволило не только сэкономить значительные средства, но и направить на повышение заработной платы работникам, погашение долгов, решение вопросов социальной сферы. Ну, такой праздник у нас впервые за все время существования. Руководство Дархан Групп постаралось максимально создать для людей комфортные условия, организовать для них отдых, чтобы они почувствовали какое-то душевное спокойствие, показать им, что они являются, каждый из них важен для всего общего коллектива, для его работы. Раздали премию к 40-летию, в этом году 40-летие завода. Раздали сотрудникам премию, организовали отдых. Вот у нас тут конкурсы проходят, я тоже участвую. Вот меня нарядили, я капитан команды. Раньше такого не было у нас. Все хорошо, лучше. Давай, давай, дальше! На развлекательной площадке тем временем аниматоры призывают всех принять активное участие в спортивных состязаниях. Для взрослых и детей предусмотрены различные конкурсы. И здесь никто не останется безучастным, потому что просто усидеть в такой атмосфере всеобщего праздника невозможно. Я вот рада, хочу сказать администраторам завода большое спасибо. Побольше пусть таких мероприятий будет. Всем привет! Всем что такого хорошего отдыха летнего. Я считаю, что работники пивзавода, Шымкентпива, там, в том числе и Дархан Групп, они заслужили своим трудом такой отдых. Это же прекрасно, когда организовываешь для детей все особенно. Это все для детей, как бы, да, для семьи, для детей, для взрослых. Я думаю, их не родители заслужили такой отпуск. Маленький, как бы, отдых такой семейный. Веселые конкурсы и состязания для детей и взрослых продолжались в зоне отдыха до глубокого вечера. А завершился этот прекрасный семейный праздник награждением самых дружных и активных семей победителей – работников Шымкентпива. Молодцы!